А теперь розыгрыш. Кто ответит правильно, какие клички у морских львов, тот получит билет в цирк. Звоните на номер, указанный на экранах. Сәлем, достар, бүгін біз билет ойнатамыз. Бар болғаны, сізге мына сұраққа жауап берулерің керек. Су астындағы қалай атайды? Олай болса, теледидардың астындағы номерге хабарласыңдар. Здравствуйте, а расскажите о вашем цирке. Здравствуйте, приехали мы из Москвы. Наши гастроли начались 4 февраля и продлятся до 26 февраля. Программа необычная, скажем так. Вместо манежа у нас большой бассейн стоит, сцена. И действие спектакля происходит сразу в воде, на сцене и в воздухе. То есть программа очень разнообразная. И акробаты, и дрессировщики, и, конечно же, клоуны. Дрессированные животные, кошки, дрессированные голуби. И на финал у нас выступают дрессированные патагонские морские львы. А вы первый раз в Шымкенте? В Шымкенте первый раз. Нам очень нравится. Надеюсь, что не последний. Сколько у вас животных? Полный состав у нас 30 человек сейчас. Животных 20 голов где-то. Я первый раз здесь, мне очень понравился, все было красиво. Адамдар, төбеде ұшқан адамдар ұнады. Пираттар және сайқымазақ ұнады.
рассказывал, то, что я никогда не видел так, как на воде танцуют. Я обратно хочу увидеть этот цирк. Мам, был цирк, вот тебе надо. Сегодня было мне интересно. Там были морские львы, и мне так понравилось. Я хочу еще раз туда. А мне бы нравились такие яркие костюмы. Я тебе знаю, что цирк бывает и на воде. Я был первый раз в этом цирке, мне очень понравилось. Цирк на воде с программы «Океан желаний» мне очень понравился. Цирк маған өте қатты ұнады. Суасты арыстандарын және де тағы да басқа жануарды көрдім. Достар, сендерді цирке келуге кеңес беремін. Этот цирк будет до 26 февраля, так что всем советую сходить. Қандай таңғажайып цирк десеңші, мен бұндай цирктен ешқашан көрмеппін. Сегодня я увидел очень большое количество разных красивых рыб. А еще я увидел морских котиков. Мне очень понравился этот цирк. Советую вам, ребята, сюда прийти. Мне очень понравились все животные. Разные морские львы. Мне очень понравился этот цирк. Хочу в следующий раз пойти в него. Балар, бүгін біз сендермен қоштасамыз. Бірақ әр сенбі, жексенбі күндері бізді көруді ұмытпаңдар. Ендеше келесі көріскенше, сау болыңдар!